забьют. Сегодняшнему Ювентусу сопротивляться тяжело. Дуглас Коста! И 3-0! И как кладет изящно этот мяч Криштиану. Первый матч дома, первый гол дома. Криштиану в порядке, с хорошим настроением он начинает новый сезон в 34 года. Хотя удар у него не очень получился, он большой мастер, и мячи залетают. Есть вопросы и к защитникам, и к Алексу Мериту. И Роналду не так ликует, как это бывает. Но позиция была идеальной для него. И... который хочет все время такие гонки выигрывать. Но вот путь в тысячу лин начинается с одного шага. Начинается с точного пенальти. Криштиану бьет и забивает. 2-1. Ювентус выходит вперед. И делает это на первых минутах второго тайма. Самое удачное начало, которое только можно было придумать. На трибунах родные и близкие Криштиану. Вот не видно сейчас Криштиану Джуниора. Видите, Амир Рахмани до сих пор за балканский клуб выступал. И мяч влетает в ворота. И забивает Рэмзи. Рэмзи. Первый гол в Италии. Арона с рикошетом на 31-й минуте это произошло. И мы еще раз это увидим на повторе. Все-таки получил он свою возможность. И Ювентус совершенно не случайно пристрелился с дальней дистанции. Это дело. Дибала получает мяч слева. Подача. Роналду! Гол! 2-0. Ювентус все-таки забивает свой второй мяч. Красивая атака. Криштиану Роналду парит над штрафной. И головой отправляет мяч в сетку, возвращая себе неофициальный титул лучшего снайпера Ювентуса в этом сезоне в серии А. Его третий гол. И второй с игры. Дибалу отмечу. Видите, он здесь сыграл. Любит играть на пианино. Ох, какой выход. Ну, сейчас может быть. Ну, конечно. Наконец. Наконец он это сделал. Нужен этот перевод на правый фланг. А Крич в итоге сохранил мяч для Роналду. Удар в ближний угол. Гол! 701-й! Поехали дальше. Криштиану Роналду. 15-й гол в последних 15 матчах. Не остановить эту машину. И в 34, уже почти в 35 лет. Футболистов планеты, который часто на самом деле играет в Москве. Удар по воротам и на месте. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну как же так? Как же так? В общем и целом, да? А сейчас хороший заброс за спиной. Дибала, прострел, не справляются. Криштиану! Криштиану выводит Ювентус вперед на 75-й минуте. Дибал. Роналду забил гол. Его отменили. Спустя минуту он заработал пенальти и сам его реализовал. Великий Криш. Стальные нервы. Пятый гол в восьмом матче серии А. Пятый и победный Ювентус вырывает эту победу. После того, как свалил в совершенно ненужной ситуации Антонио Санабрия. Мы на второго тайма Ювентус очень серьезно разозлился и очень серьезно поддавил. И вот шанс. Роналду. Удар. Гол. 2-2. 2-2. Роналду без шансов для вратаря. Реализует свою попытку и забивает свой шестой мяч в текущем чемпионате Италии. Бесспорное нарушение правил. Удар. Два матча подряд. Ну вот, пожалуй, да. Вот в 17-м году с Аталантой и как раз Лацио проиграл Ювентус. Но сегодня все иначе, потому что Криштиану Роналду открывает счет в матче. Несмотря на травму, которую он получил, включается в игру. И на 25-й минуте Ювентус. Вон какая поддержка этого Ювентуса на этом выезде. Ничего себе.
1-0. Ювентус впереди. Ну и сейчас попробуем понять, кому эти жесты. Генезе 17-й. И удинцы всего лишь на 2 очка впереди Бреши, которая в зону вылета. Хорошая обработка. Удар и первый в матче гол Криштиану Роналду. Забил в Ливеркузене, забил и здесь. И празднуют вместе со всем стадионом. Умеют они это делать. Такой саундтрек. Его прыжку. И Криштиану Роналду забил в 4-м матче подряд. Было достаточно критики. Было достаточно скандала в том числе. Но здесь он хорош. Бомбардир. Не было положения вне игры. Дибала здесь не сдал делать скидку. Попытался, конечно, сложный трюк провернуть. Потому что, смотри, главных проблем для тренеров. Ох, какая передача в разрез. Роналду делает счет 2-0. Криштиану Роналду! Вот она, настоящая туринская росомаха. Криштиану Роналду, который вроде бы совсем недавно был травмирован. И было много разговоров о том, что он не в форме, он не в лучшем состоянии. Он оформляет дубль после роскошной передачи Гонсало Игуаина. Не то чтобы она была скрытой, коридорчик здесь вырисовывался. Роналду... Она очень-очень многие, чуть ли не все эпизоды матча просматривает. Мало ли чего увидит. Здесь подача и гол! Криштиану Роналду! Полет супермена! Вот это голище! Он сделал это опять! В 5-м матче подряд! Ну где же там хейтеры? Передает им привет и Роналду, и Киелини, и весь Ювентус. Супербомбардир вновь в деле. Вот это прыжок! И опять слева фланг. Игрок Калери, когда дело касается атаки. Внимание! Ошибка грубая Роналду! 1-0! Криштиану Роналду открывает счет в этом матче. Совершенно ничего не предвещавший момент. И забивает свой очередной гол. Раззабивался. Что произошло? Передача назад. 19-летний защитник польский здесь не разобрался. Долго смотрел на варианты следующей передачи. Ну и Клама тоже не идеальный пас дал. Подсунул. Ну и Роналду использует момент. Мобили надо потихонечку приходить в себя. Так Роналду его и догонит. Итак, 2-0. Криштиану Роналду оформляет дубль. Продолжается результативная серия португальца. И вот она, демонстрация косички своей, своей формы трибуна. 12-й гол за 15 матчей. Как вам такая результативность? Это спиной к воротам, опять же, отвечает на фланговые забросы. Но пока мало забивает. Лишь один гол в этом сезоне и ноль в прошлом. Игуаин. Игуаин бьет и забивает. Гонсало Игуаин. Из-под защитника. Ну, вот тут уже, наверное, тот случай, когда можно предъявить претензии к голкиперу Ольсену, который выручал. Ну, их защитникам, естественно, тоже. Но давайте поздравим Игуаина. 10 минут на поле. Первый удар и сразу гол. Роналду еще и голевой пас оформил. В свободную зону на Гонсало. Клаван. Да, из-под ноги. Ну, это, кстати, такой фирменный трюк Игуаина. Может быть, даже и 4. Дуглас Коста отдает на Роналду. 4-0. Криштиану Роналду. Громит Калери, оформляет первый в этом сезоне хэт-трик. Послушайте. Итак, 2-0. Криштиану Роналду, его очередной гол. 5-й реализованный им в этом сезоне итальянским пенальти. 2-0, хотя 10 минут не сыграно. Уничтожение.